Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Напоминает о прошлом, да? Ты про чувство потерянности? Так и знал, что еще одна табличка. Это будет неприятно, если это произойдет. Но только опять же, понять, что делать с этим. Ну, если будет выбор, идти на трос или не идти, я выберу не идти. Старая. Что? Она древняя. Это ведь клинопись. Шумерская? Что это за место? Ты разбираешься в истории. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Пол вроде прочный. Да, похоже. Плохо справляешься со стрессом. Это Пазузу. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь. Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как ты связан с чумой. Чума и демоны, да? Класс. Потрясающе. Такого я не ожидала. Не ты одна. Этого не хватало. Сдвинем? Похоже, застряла. Как думаешь, где мы? Не знаю. Религиозные фигурки. Я думаю, это храм. Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Выстрелы. Откуда звук?
Идем. Что-нибудь видно? Там глубоко. Не опасно? Выбора нет. Трос. Спускаемся. Твою мать. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Я ошибся. Нужно было все проверить, исключить случайности. Но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Мы оба ошибались. Что это? Почва просела. После толчков... Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, ничего. Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? Надеюсь, мы его запустим. В центре в курсе нашего положения. Надеюсь, пилоты донесли. Если кто-то из них выжил. Проклятие Акада, Ален Журно. Ученые считают проклятие Акада выдумкой, поучительной историей, призванной заставить шумеров стойко переносить голод, превратности судьбы и капризы богов. Однако обнаружение этого великого храма дает повод полагать, что в легенде о проклятии есть доля правды. Согласно сказаниям, бог Энлиль обращается против царя Акада Нарам-Сина. Поначалу царь кается и молит богов дать ему знак, но спустя 7 лет божественного молчания решает привлечь их к ответу. Он собирает армию и выдвигается в город Нипур, чтобы разграбить храм Энлиля. Богохульство это настолько велико, что Энлиль, владыка ветер, призывает богов на борьбу с Нарам-Сином и отправляет Гутеев сравнять Акад с землей, сжечь его сельскохозяйственные угодья и обречь людей на голод. Храм должен был задобрить богов. Нет никаких исторических свидетельств тому, что Нарам-Син разрушил храм Энлиля, однако наши находки говорят о том, что проклятие имеет под собой реальную основу. Царь Нарам-Син построил это здание во славу богов. Многие из наших находок изображают царя, умоляющего небеса вернуть богов в духовную жизнь своего народа. То, что этот храм был затерян, указывает на то, что это проклятие снять не удалось. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Thank you.
Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Посвети на бак. О, черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Интересно, как там остальные? Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Дневник Рэндольфа Ходжинса. 4 сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Мне вдруг стало немного неуютно. Что с ними случилось? Что у тебя? Фотография археологов. Она 46-го года. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием. Черт, целая гора фейерверков. Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так.
Готово? Готово. Ты была не права тогда. На базе. Это в чем это? Ты сказала все по-прежнему. Но я изменился. Все то время, что мы были порознь, я думал о тебе. Ну а ты, Рэйчел? Хоть немного. Я тоже скучала. А как иначе? Мы столько пережили. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Почему мы расстались? Ты не оставил мне особого выбора. Я был неправ. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Твоя работа важнее, чем мы. Не думаю, что мы могли предугадать ее влияние. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда? Должно сработать. Запускай. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Лучше в обход. Иди! Идем. Как я мог так ошибиться?
Куда идем? Тут можно осмотреть вообще все. Мне кажется, даже стоит это сделать, потому что табличка. Такую громадину должны были найти давным-давно. Ну, пока вроде более-менее держимся. Я вот еще думаю насчет стрельбы. Стоит ли так халатно тратить патроны? Ну, в смысле, я пытаюсь просто выжить, вдруг эта хрень будет у меня напрыгивать постоянно. А еще вроде как... Вроде как... Это... настоящая нечисть? Первый раз за все три части. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Рэндальф, я надеюсь, это письмо за... боялись этих гор. Я понимаю их. Застанет тебя в добром здравии. Наш путь к месту раскопок затянулся. Мы оставили часть тяжелого оборудования в Саране, поскольку Пульман смог нанять лишь половину от необходимого числа людей и мулов. Рабочие отказались идти в горы, они суеверны и боятся, что их телами завладеют демоны. Они даже отказались от дополнительной оплаты в 2 динара каждому. Мы оставили с проводником второй генератор и запасное радио, для вас должны добраться 18-го. Ну прям трупов, кстати, я здесь не вижу. Может быть, они все-таки смогли выбраться отсюда. Так, это мы, в принципе, осматривали. Я хочу вот туда еще подняться сейчас по лестнице. Они вели каталог находок. Где-то. Не, вроде пуст. Ну, проверить стоило. Какие-то секреты нашли. Я просто помню, что, например, в Медане найденные секреты, они могли в том числе повлиять на концовку. Поэтому мне кажется, что чем больше персонажа знают, тем лучше. Хотя в Медане это не помогло. Там это работало в обратную сторону с одним конкретным элементом. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправим. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя? Вот. Рядом с сердцем. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Нам было очень хорошо. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Для начала правду. В смысле? Я хорошо знаю тебя, Рэйчел. Ты соврала про зажигалку, и не потому, что начала курить. Эрик. Скажи правду. Эрик, не надо. Признай. У тебя есть другой, да?
Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй! Черт! За херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1, повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1, как слышно? Блядь! Всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Рэйчел, не дергайся! Прости, Рэйчел! Прости! Хрен там, держи ее до конца, ты чё?
Соник, держитесь! Нет! В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мёрвина, а до утра так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. В плену у бездны, в ловушке. Под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все пока что. Рэйчел! Где она? Рэйчел! Что с Рэйчел? Нас атаковал противник. Он открыл огонь и... Рэйчел... Она упала. Я держал. Держал изо всех сил. Рэйчел! Надо идти. Сэр, мы как на ладони. Надо отступать. Ну, туда. Идем. Охренеть. Тише. Вдруг он рядом. Полковник, иракцы сейчас меньше из наших проблем. Их не видно. Главный ястреб 2-1. Всем позывным. Как слышно? Прием. Джоуи, ответь, прием. Джоуи мертв. Ты что, блядь, несешь? Иракцы его подстрелили. Он умер у меня на руках. Только не Джоуи. Как мы будем выбираться? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Лейтенант, в каком смысле иракцы меньше из наших проблем? Вы верите в Бога? Не на йоту.
Так начните. На нас набросились. Не знаю кто. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. Монстры. Монстры? Да ну, вам должно быть сыро. Сэр, при всем уважении... Лейтенант, где-то здесь враждебный иракец, может, не один. Чтобы вам не привиделось, это чушь. Эти статуи... Ник, хорош видами любоваться, шевелись давай! Ну что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Это поправимо. Спутник. Я изучу данные и исправлю алгоритм. Первый блин всегда комом. Вас понял, сэр. Вы нас в это впутали. Вам и спасать. Повторите? Я так и думал. Постерегите вход. Мы глянем. Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется. Там генератор. Давай посмотрим. Мне нужна помощь. Сейчас. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да, прикрой меня. А, черт! Не валяй дурака, скорее! Похоже, что я херней страдаю. Молодцом, Ник. Не зевай. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием. Принято. Осторожней там. Конец связи. Кабели. Куда они ведут? Что думаешь? Ученые? Да, думаю, они. Боги шумеров. Ломать, что была жуткой женщиной-демоном, убийцей младенцев, питавшейся кровью и плотью людей. Чаще всего ее изображают в виде волосатого чудовища с львиной головой и птичьими лапами. Обычно она стоит на коленях, на осле со змеей, в каждой руке и кормит грудью свинью и собаку. У Ламашта было 7 имен, и в заклинаниях она упоминалась как 7 ведьм. Она была ответственна за многие злодеяния, насылала кошмары, отравляла реки и была вестницей голода и болезней. Рисунок 4. Поясная пряжка, найденная в гробнице акадского жреца. Рисунок 4а. Поясная пряжка вблизи. Ламашта была дочерью бога неба Ану, отца богов и демонов и покровителя земных королей. Ану чаще всего изображали в рогатой тиаре, а его шумерский двойник Ан изображался в виде огромного быка. В религии Месопотамии быки были воплощением силы, что впоследствии перешло в средиземноморские и ближневосточные культуры. Для греческих философов рога быка символизировали дилемму, невозможный выбор без верного решения. Таковы были все боги шумеров, одновременно милосердные и жестокие, величественные и мелочные, несовершенные и непогрешимые.
Сюда. Бля. Осторожно. Здесь растяжка. Чисто. Вроде все просто. Че, подорвем? Не, просто режем триггер. Это тот, кто стрелял в Эрика. Урод на нас охотится. Регбист, это главный ястреб 2-1. Как слышно, прием? Регбист на связи. Как у вас дела, Колчик? Ваш друг оставил нам бомбу. Мы в норме, но вы тоже смотрите под ноги. Может, тут есть еще подарки? Прием. Понял. Я иду, конец связи. Он идет. Зря ты ему про мину сказал. Второе апреля 46-го года мы собрали команду. Первым в моем списке был какой-то Кроу, бульдог Самаха Бич. Мы нашли его в Каире, где он зарабатывал на жизнь боями в ливантийском питейном клубе. Кроу порекомендовал кого-то. В Хайфе мы встретились с моей помощницей, неизменно любознательной Алин Журно. Она настояла на участии в экспедиции ее советника Элиса Ван Хейтена, археолога Ачиёй... неизвестно. Команда готова, и мы отправляемся в Ливан, оттуда поездом куда-то. 21 октября 1946 года. Кроу первым проник в гробницу, разделив эту честь с Бесси, своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но, похоже, его вид успокаивает филахов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра Македонского, а храм еще более древнего царя-бога, аккадского деспота Нарам-Сина. Мы ошиблись. Но леди Брэдшоу все равно объявила это открытием века. Находкой, которая впишет наши имена в историю. Глядя на величественный зал перед нами, я в этом не сомневаюсь. Может, он нас там поджидает? Тихо. Это Джоуи? Он жив? Невозможно. Ты сам слышишь? Херня! Это точно он! Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Мало ли что. Это ловушка. Это не факт. И мы своих не бросаем. Сэмпер Фай. Сэмпер Фай. Эй, что тут произошло? В туннеле кричал Джоуи. Кто-то кричал. Это точно он. Мы идем за ним. Да, все за мной.
Нет, я поведу. Нет уж, я с вами. لازم اقول له لا، اتخانق لوحدك مش اتخانق معاك. لازم يكون في طريقه تانيه من هنا، لازم يكون في طريقه تانيه.